Привет, друзья! Рады вас приветствовать в своем тихом уголке в деревне. Как вы видите, мы начали сегодняшнее видео с полей, с огорода. Кто-то соскучился, говорил, но, наверное, до сих пор еще не начали работу в огороде на земле. А я не соскучилась, некогда скучать. Вроде как зима долгая, но все равно не соскучилась. И уже мы в огороде. Сегодня у нас 23 градуса плюс тепла. Я вам покажу, что сегодня делала на огороде. Конечно, может плохо видно, потому что солнышко. Это вот чеснок. Весь зашел. Хорошо. Лук, чеснок. Петька не дает разговаривать. Здесь я сеяла бульбочки от чеснока. Тоже зашли. А здесь грядка лука под зиму сажала. Ну, как-то еще не дружно. Одна бороздка вот зашла хорошо. А там вот так потихонечку лезет. Это такой лук, вот, что он не семейный. А много его, не знаю, как он называется. Шалот или как-то называют его. И дальше еще чуть-чуть чеснока. Вот солнышко. Солнышко. И этот чеснок еще оставался. Думаю, ну дай почаще сажу. Это под зиму. И будем вырывать. Есть летом молоденький. Вот все взошло. Все взошло. Я сегодня все прорыхлила, раскородила земельку. Наверное, только тень моя видна, солнце. Здесь клубничка у нас с дачи мы привозили. Плохо тут видно. Я ее тоже обработала, прополола, убрала листики старые. И пусть Богом растет теперь и клубничка. А это палисадник. Один, у нас же два палисадника. Вот так у нас уже тюльпаны, нарциссы вышли. Уже вон тюльпанчики какие высокие, нарциссы. И пиончик начинает, смотрю, там выбрасывать. Лилии. Еще что-то лилии не видно. Вот в одном месте вышла лилия. И вот на днях я начинала. Этот палисадник я около нашего дома под зиму не успела вскопать. Копаю сейчас. Вот скопала, чуть-чуть мне осталось. Совсем капельку. Надо сейчас добить. Добить и перейти в тот палисадник. Около старого дома. Тут еще конь не валялся. Ну как, под зиму я копала. Под зиму я вскопала здесь. Ну не до конца, потому что здесь заросли были. Здесь вот разрастается тоже ромашка. Кстати, в том палисаднике у меня ромашка была. Я ее убрала полностью. Люпины убрала, ромашку убрала. Вот осенние цветы надо обрезать. Я их так и не обрезала. Розы тоже не обрезала. Надо обрезать. И раскородить землю, если получится. Ну, вроде как здесь сыровато. На огороде, я думала, сыро. Нет. Там очень и очень даже хорошо. А раскородила, так земля начала рассыпаться. Здесь, я не знаю, убрать люпины или нет. У меня здесь... Три кустика люпин осталось. Или оставить. Ромашка около забора. Здесь она меня так не досаждает, как в том палисаднике. Там я ее убрала. И будет вылазить, я ее всю искореню. В общем, вот заниматься буду еще сейчас палисадниками. Вот села отдохнуть немножко и поговорю с вами. Ну, все вы знаете,
что мы живем в Курской области, недалеко от границы. Вы знаете, какое положение сейчас у нас. У нас бывает очень неспокойно, поэтому не всегда мы можем выпустить ролики, нет ни настроения, и бывает просто нет возможности. Вот сейчас у нас нет интернета. Он очень-очень плохой. Мы загружали короткое видео, больше суток загружалось. И то на улице какое-то время стояли, чтобы можно было загрузить. Вот. Ну, а большое видео, тем более, конечно, мы не сможем загрузить. Мы не знаем, когда выйдет это видео. Хочется вам снять, но мы не знаем, когда мы сможем выставить его. Или у нас появится интернет нормальный, или мы выедем в город. Как только у нас появится возможность, мы выставим это видео. Когда, мы не можем сказать. Поэтому, кто ждет наше видео, кто ждет встречи с нами, не обижайтесь, не ругайтесь на нас. Вот такая у нас сейчас ситуация, вот такое у нас положение. Наши земляки-куряне знают об этом. Ну, конечно, кто живет далеко, ну, может, понимают немножко, но не до конца понимают всей сути, всей опасности и тревожности, которая сейчас у нас. Вы знаете, что творится в Белгороде. Белгород – это наши самые ближайшие соседи. Можно сказать, рукой подать до них. Там у нас тоже знакомые, друзья живут. И мы без телевидения знаем, что там происходит. И очень переживаем. Переживаем за то, что вообще происходит у нас. Конечно же, за всех людей. Жизнь, конечно, продолжается. Все работают по мере возможности. Также и мы трудимся. Трудимся со своим хозяйством. Теперь начался огород, огородные работы. Рассады много посадила, посеяла, вернее, дома. Уже высадили в теплицу. Мы покажем вам, не знаю, как в этом году будет у нас урожай в теплице какой. Потому что в прошлом году у нас огурцы не пошли в теплице, если кто помнит. Ну, будем надеяться. Вы знаете, высокосный год, я всегда с тревожностью, с тревогой жду высокосный год. Потому что не раз в высокосный год происходили какие-то, ну, неприятности, да, и беда какая-то приходила в высокосный год. Что нам принесет этот высокосный год, одному Богу известно. Поэтому живем, живем и надеемся только на лучшее. И продолжаем работать, жить. Вот индюшки там ходят, кричат, увидели меня. Я же была на огороде, я сейчас вышла на улицу, села на лавочку, чтобы начать работать в полисаднике. Там и в саду работа еще много. Ваня брызгал деревья два раза, сад опрыскивал. А теперь надо прорыхлить под кустами, под смородиной, крыжовником. И малину еще не обрезали, мы на зиму ее не обрезали. Чуть-чуть надо хотя бы вот весной сейчас обрезать и сделать рядочки. Работы очень много, а сил бывает не очень много. Ничего, ничего, все это мы преодолеем с Божьей помощью. Все преодолеем. Конечно, погода у нас вообще замечательная. Весна, весна. Но обещают еще похолодание и до плюс 10 градусов. Но вот 3 дня в
впереди. Обещают температуру 22-23 градуса. Сегодня прям, я не знаю, как конец апреля. А это только начало. Ну так, по телевизору сказали, что 70 лет назад была такая погода, но передавала центральное телевидение. А моя мама говорит, что они врут, что они врут. Какие 70 лет назад? Посмотрите, было вот в 2002 или 2001 году, 31 марта, брат мой, дача у нас же была еще, он 31 марта скородил огород на даче, раздетый, даже без майки. Была такая жара, а они говорят, 70 лет назад. Какой 70 лет? Ну, я говорю, они не смотрят, поэтому... 70, лишь бы сказать, 70, значит 70. В Курской области такая теплая весна была вот 2000, где-то втором или первом, 2001-2002 году. И вот 2024 год, опять такая же весна, март. А где-то еще снег, где-то кто-то только тает, а где еще не тает. Ну, Северо-Сибирь, это ясно, на то на Северо-Сибирь. И на Урале, смотрю, еще вот снег начинает разливаться. У нас не было ни половодья, снег сошел дружненько, его не было так сильно много. Давно у нас уже нету снега, и уже зеленая травка. Сейчас я вам покажу травку, кто не видел. Посмотрите, друзья, какая красота. Зеленая-зеленая трава. Миленькая, но зеленая. И индюки радуются. Ох, радуются. Мы еще курочек и цыпляток не выпускали. Ну, мы выпускаем каждый день. Ну, под вечер еще не выпускали их. А сегодня прям необыкновенно позеленела трава. Прям быстро как-то вот тепло и сразу зеленеет все. Курочки и цыплятки будут рады. Ну ладно, пойду поработаю, а потом еще раз встретимся с вами.
такая вожусь, копаю. Да-да, Петя. А Ваня выпустил уже курочек, цыпочек. Вот они, все красотульки. Все красотульки здесь. Куда побежали? Куда? Бегут, глаза вылупят и бегут, и бегут. Цыпляточки у нас уже подросли. Первые, да и вторые уже. Большенькие такие. Ой, травка, травка зеленая. Смотрите. Да-да, Петя, да. Какая красота, зеленая травка. Прелесть, прелесть. Какая прелесть. А вот и хозяин сам этого зоопарка. Ваня, привет всем. Привет, Таня. Привет всем. С Таней давно не виделся, да? А давно и не виделся. Теперь надо посматривать и птиц. А то ж у нас тут и лисички ходят, сестрички. Хватает тут живности. Ой, радуются все как. А Таня не закрыла там палисадники дверь. Надо закрыть, иначе туда залезут. Все на прогулку. Вот представляете? Видите, вот идет мамонтенок, который один у нас утеночек вывелся. Он ходит с индюшками. А уточки ходят отдельно. Они его не принимали, обижали. Но сейчас, вот сегодня утром, Ваня сказал, вроде вместе сидели. И он все время ходит с индюшками. И они его не обижают. Вот мамонтеночек наш. Мы его и назвали мамонтенок. Да-да-да. Всю правду говорите. Солнышко светит. Хотя его ни утка не насиживала, и ни индюшка не насиживала. А в инкубаторе. Он вывел. Больше, но почему-то заметно. Остался один. Выделось, а один все равно погиб. И вот ходит с индюшками. Нашел родственные души. Эй! Девушка, ты куда? Лавочку докрасить. На днях пока жарко будет. А мы волнуемся, люди зажгли там, вон соседи. А я теперь волнуюсь, копичка у нас там стоит. Ване говорю, не зарит твоя копичка. Это не люди зажгли, это зажгли весьма ответственные люди. Весьма ответственные. Да. Надо взять что-то, грабли, если что, от копички. Там около копички все покошено. Дальше он это, заросли. Не сгорит? А то там такое сено хорошее. Ночью тоже у нас горело-горело на лугу. Ну, не видно, наверное. Чуть-чуть здесь подошло. А тут же бараны у нас ходили. У нас... Нет зарослей. Бараны все ели. И дальше не пошло гореть по лугу. А это здесь вот около домов. Порядки наводим. Все заросли. Зажгли. А знают же, что здесь у нас копички. Тут бы сказали. Люди какие-то странные. Мамонтенок с индюшками так и пошел. Идет, идет с ними. Травка зеленая. Какая всем красота. Черный еще не видел, чтобы играл. Видишь, а белый не дает ему. Я думал, что этот самый. Играются, играются индюки. Весна. Весна. Март месяц. Как коты, да, с кошками? Да, да. А мамонтенок, он присел, сидит. Солнышко. А индюки красуются. А у нас пожар.
Да вы мои красавцы, ай, красавцы. Еще другая сила листа или просто? Нет. Только мамонтенка не обижайте, пожалуйста. Он маленький мамонтенок. Играют как около девочек. А? Женихи. Ой, женихи. Мамонтенок побежал. Да ты мой маленький. А у нас пожар. Но у нас запрещено вообще жечь. Смотрите, две утки. Ну, люди жгут. Ой, уточки. Уточка. Уточки. Ой, ой, кричат как. Заповедник же, тихий уголок называется. Да. Вот пожар их. Спугнул. Они сидели в речке. Ну, около речки все равно он шел горячо. Ой, как это. Хорошо, у нас там уже объедено, здесь тоже сюда Знаете, не пойдет. Знаете, чем отличается пожар от костра? Чем? Вот костер, он контролируемый. Вы можете его затушить, а пожар уже тяжело затушить. Тут у нас нужны уже специалисты. Так что вот сейчас вот туда пойти и попробовать затушить не получится. Конечно. Ты можно чё? Погибнуть. Там уже пылает, посмотри. Остается только ждать. Когда сгорит деревня. Нет, не дай бог, деревня не сгорит, потому что все-таки здесь асфальт. Ну, он просто не даст. Люди так и делают. Они спички черканули и пошла и деревня горит. И пошли, да. И даже не смотрят за тем, что горит. Ну пусть это пологу как бы, пусть там сгорает. Ну смотри, чтобы твоя копичка не сгорела. Нам это совсем ни к чему. Не подойдет к копичке? Копичку там... отстоим. Да, отстоим. Ну там у нас мало, там у нас нет такой это, зарослей. Ну, может, они там и стоят около дома и наблюдают, смотрят, как горит. Они там стоят, наблюдают. Мы или сидят. Ну, мы не зажигали же это. Вечно можно смотреть, как вода льется. Не, я огонь как боюсь. Костер горит. И как кассир считает деньги. А лучше, когда пенсию переводит. И лучше каждый день пусть переводит. Да побольше. У нас там курочки, он ходит. Убегут они, наши дурочки. Да убегут, испугаются. А главное, уже подходит, они не убегают. Две там гуляют. Ну тут скошено, да. Тут должно перестать, потому что тут травка он зеленая уже. Когда трактор был, я надо было мне попросить, чтобы больше выровнять все эти кочки. Я когда не скашивал, то было бы красиво, хорошо бы видно. Ну да, а то кочки там плохо косить. Все зарастает. Ну хорошо, есть ответственные люди. Которые так норовят жечь баранов наших. Да нет, оно вон по лугу туда. Там речка, тут асфальт. Не пойдет. Сейчас приедет еще МЧС. Да. У нас так приезжают. Приезжали в прошлом году. Горел луг, и приехали с МЧС. Кто поджигал? Говорим, не знаем, идет оттуда, с той стороны. Говорит, на сельского, значит, выпишем штраф, сельский. Каждый раз на сельского выписываем штраф. Да, а кто поджигает? Пожароопасность, жарко. Сегодня, да, 20 с лишним градусов. 23 градуса. Даже вечером писали 19, 18, 19. А две бесстрашные курицы, уже огонь близко, а они там ходят. О, бесстрашные. Да там не подойдет, да. Но все равно, он же жарко уже оттуда. Берутся. С индюком подралась. Индюшка с индюком подралась. А мамонтенок идет передом, передом. Скорее всего, ей понравился... Ой, глянь, два индюка драться. Черный индюк, ей понравился черный индюк. А белый индюк...
А белый земле, не да. дает, ага. Она к черному. Ну, смотрим дальше, наблюдаем за огнем. Надо дальше работать, а мы все смотрим. А теперь опасно работать. Надо блюдить. Блюсти. Ну, сейчас посмотрим и пойдем дальше работать.